Академия картинга SMP Racing, основанная экс-пилотом Формулы-1 Сергеем Сироткиным, возобновила свою работу в клубе Forza Karting. Первое занятие уже состоялось. Юные гонщики провели несколько тренировочных сессий, в ходе которых наставники показывали им, как нужно правильно проходить трассу, и разбирали ошибки. Я решил заниматься картингом, потому что в картинге есть все те качества, которые мне нравятся. Например, борьба, скорость, самое главное. Мне это больше всего нравится. В общем, все. В академию принимают всех желающих, вне зависимости от возраста. Главное, чтобы рост превышал 120 сантиметров. Юные пилоты, бывавшие ранее в других школах картинга, отмечают, что академия, основанная Сергеем Сироткиным, сильно отличается. Да, она очень отличается от других школ, потому что тут очень интересно, тут очень много ребят, отмечают очень четко ошибки. К тому же можно потренировать свою оборону. Я думаю, наше самое главное преимущество, и то, чем, наверное, на сегодняшний день мало кто вообще в мире может похвастать, это все-таки мой опыт, который я очень активно пытаюсь передать, который мне прежде всего интересно передавать молодому поколению. Я все-таки сам прошел весь этот путь. Я начинал в картинге, я сам прошел весь именно карьерный путь картинга. Со следующего года в академии ведут новую методику, написанную Сергеем Сироткиным. На каждом уроке ученики будут достигать конкретную цель, а помогут им в этом высококвалифицированные тренеры. Требования к тренерам на самом деле достаточно жесткие. Я скажу, что, наверное, мы проводили не так давно конкурс, и вот из того, что я увидел, очень-очень мало на самом деле действительно людей, которые бы соответствовали бы нашим требованиям. Вот, поэтому, когда мы находим такого человека, мы точно можем быть уверены, что этот человек максимально профессионален со всех точек зрения, как ни посмотри, да, вот в рамках данного вида спорта. Тренера, они очень четко показывают твои ошибки и говорят, как тебе надо это исправить. Трасса неплохая, ну правда узкая, но все равно. Пока открыты только детские группы, но скоро появится и взрослая. Для тех, кто не планирует становиться профессиональным гонщиком, но хочет получить новые навыки и провести время с пользой.